Радио 85-й сезон театра оперы и балета открывается новым прочтением «Травиаты». Белорусской публике представил свою режиссерскую работу латыш Андреас Жагарс. В 2009 году мне позвонил продюсер телеканала ОНТ и пригласил на новогоднюю съемку. Наше выступление было театральной постановкой. Это было действительно очень красиво, очень красочно. Мы к финалу выступления собирались все вместе. Минус 25 было в этот день съемок, и мы снимали весь проект до 4 часов утра. Начали снимать финальную композицию, когда все собрались на крыльце у театра оперы и балета. И прошу вас всех, чтоб царил здесь смех в эту ночь. Как красота требует жертв, так и хороший проект требует, чтобы артист выкладывался на все 100%. За этим выступлением следовали Евровидение, начало моей работы в президентском оркестре. С тех пор театр оперы и балета и есть мой Минск.